Привет, дорогие друзья! Вы видите меня, вы видите акулу, которую подписчики разрешили окрестить Гурой. Вот, вы видите понятину с умственно отсталыми глазами. Она особенная. Вот. И скоро у нас Новый год, поэтому я сижу в свитере с котятами, которые жарят оленя. Это мой мерч, если что. Что это значит? Это значит, что настало время славного обзора. Сегодня у нас будет уютный, славный обзор на какое-то место, которое называется Гиллз. Если кто не понял, Гиллз. Вот так. Все, что я знаю об этом месте, это то, что оно находится на Казанском, этом самом, господи, прости. На Казанской улице. А вот, мы небольшое японское кафе на Казанской улице. Основные блюда кафе это суши и авторские роллы. В нашей карте представлены вина и старые, ну вина не доставляют, короче. Сумма заказа у нас 5810 рублей, потому что все там стоит нормально так, типа 500, 600, 700 рублей за роллы. Кстати, Олег, а ты не забыл, что мы вас кэшбэком заказали? Само собой, кто не захочет купить все что угодно и вернуть как минимум процент назад. А спонсор видосика – Пипячник. Ладно, я пошутил. Спонсор видосика – карточки Тинькофф Блэк с моим лимитированным дизайном. Можете поставить лайк Маше Калядиной, она очень давно уже рисует для нас Пипячника. Пеп на коне танкует затаривать лобстеров. Лимитированный дизайн – значит не сильно много таких карт напечатано. А внутри все по-прежнему, потому что никто не любит деньги больше, чем Пипячник. До 7% годовых на остаток. 1% кэшбэка вообще с любой покупки. До 15% кэшбэка на те категории, которые вы выберете сами. И до 20% на билеты в кино и театры. Ну, если покупаете через приложение. Пипяку не проведешь. Пипяка не верит в баллы и в какие-то фантики. Весь кэшбэк идет бабками назад на карту. То, что наличку можно снять в любом банкомате бесплатно и что бабло летает в любой банк по номеру телефона просто, это вы все уже знаете. Но самое прикольное, что лобстеров из Яндекс.Еды и Деливери вы можете заказать с 15% скидкой, если оплачиваете этой карточкой. Ну и не только лобстеров, любые заказы. Ну и игры с приложениями 20% и 10% кэшбэка соответственно. Карт таких напечатано очень немного, поэтому торопимся и оформляем по ссылочке в описании. Итак, кэшбэк был получен, Пипячник радуется и Пипячник в моей душе тоже, обожаю получать кэшбэк. Так вот, почему у меня уже есть чек? Потому что все стоит здесь за кадром и, собственно, можно приступать к обзору, там нет ничего горячего. Потому что мы не заказали горячих блюд, они там не особо интересные. Типа, какой-то обжаренный лосось, лапша. Почему я повелся на это место? Я увидел вот эту фотку. Вот эта фотка. И я решил проверить, я не знаю, что они привезли, я решил проверить, они вообще привезут вот эту фотку? То есть вот этот выпуск, это будет примерно ожидание-реальность. Если будет хотя бы на 70% похоже на вот эту фотку, то типа я буду считать, что это успех. Давайте смотреть, что там. Да, обещали привезти за полтора часа, привезли за 1:15, но на наш адрес в центре, бла-бла-бла, короче, забейте. Я не, ну то есть недалеко от них мы заказывали. Сколько они будут везти в другое время и в другие районы, я понятия не имею. Они сказали, полтора часа, справились за 1:15. Это с учетом, что они недалеко. Поэтому вам, может, и 3 часа будут везти, если час пик. Тут мои полномочия, все. Посмотрим. Привезли все вот в таком вот пакете. Ну, на самом деле, неплохо. Гиллз, японское кафе. Мне кажется, обычно, короче, доставки, они покупают пакеты. И покупают штамп, типа, за 3 рубля. И ставят штамп своей фигни. А тут прямо пакет на заказ. Ну, то есть, вот тут вот это вот все. Это прям японское кафе. Все прямо отпечатано. А смотрим, что внутри. Ставьте лайк, если вам нравится такой тип распаковки. Я всегда распаковываю, чтобы вы сразу увидели, что внутри. Потому что я не знаю, что внутри. Не вижу ничего протекшего, во-первых. А во-вторых, вижу комплектацию, которая лежит вот здесь. Тихо, не падать. Собственно, вот так супер аккуратно все сложено. А комплектация очень скромная на 6000 рублей количество салфеток, но салфетки такие полушелковые, лакшери, это дорогие салфетки. А палочки? Палочки Rest Food Ru, это, видимо, которые делают. Палочки дешевые абсолютно. Больше ничего нет из комплектации, ну и большое количество имбирей, соусов и всякого такого. Давайте по очереди от скучного, а давайте пофиг, короче, давайте с самого интересного начнем. Как там тот ролл назывался, который, вот это вот фотка. Итак, ролл тунец в соусе лемонграсс в огурце. Напоминаю, что должно выглядеть вот так. Короче,
Так, тут расписаны жиры, белки, все подписано, все норм. Должно это весить всего лишь 190 грамм. И даже не весит. Пошел я нахер. Народ, и это за 550 рублей. Окей, ладно, хорошо. Как же это выглядит? Ну, блин. Разрежь коробочку. Давай, давай, ну, я подсниму. Народ, вы не видите, я ставь лайк за подсъемки. Но 550 рублей. Все плавает прям в подливе. Можно было лучше это как-то доставлять. Давайте я вам покажу, разорву коробочку. Ну, типа, ну реально. Во-первых, недовес. Во-вторых, достаточно высокая цена. 550 рублей за ролл, это прям можно купить хорошую Филадельфию. И это выглядит вот так. И здесь подливы чуть ли не столовая ложка, я не знаю. Ладно, это очень вкусно. Нежно, мягко, вкусно. Что здесь в составе? Огурцы, лосось, тунец, крабовые палочки. Ну просто... Нет, реально, это реально... Очень вкусный ролл, великолепный ролл, очень вкусный, немного в хорошем плане рыбного вкуса, не пересолено, аромат вот этого вот лемонграсса, это великолепно. Но вопрос, когда оно приезжает в коробке, залитое подливой, хочется за это платить или нет? И еще один вопрос, а не лучше ли вам было бы купить другую упаковку, заплатить за нее больше, да? Налить соус вот сюда, например, чтобы человек сам туда его налил. Но чтобы оно приехало вот как на фотке. Понимаете? Но опять же, вкусно очень. Ладно, оставлю Сереге. Я вижу, хочешь, но молчишь, хочешь, но молчишь. Ладно. Ролл маринованный тунец. Должно быть 220 грамм. Даже с учетом коробки недовес. И это за 570 рублей. Блин, не, выглядит хорошо. Опять же, подсниму. Опять же, я с киноэффектом на свой последний iPhone. Такой понтовый. Ну, вот так это выглядит. То есть, выглядит хорошо. Красиво, без вопросов, все дела. Так, распакую на основную камеру. Короче, вторая позиция. Тоже недовес. А выглядит хорошо. Мне нравится. Давайте я еще посмотрим, что это такое. Ролл тунец. Да, замаринованный тунец на рисе, внутри там крабовые палочки, всякое такое. Пробуй. А мне кажется, не нужно его в соевый соус окунать. Нежный ролл с великолепно сваренным рисом. Шираче, чеснок, нори, крабовые палочки, халапеньо, кинза, авокадо. Сочетание великолепное. То есть ничего в этом ролле не перебивает вкус другого. Все сочетается идеально. Еще бы, блин, они свои собственные граммовки соблюдали. Вообще было бы зашибись, мне так кажется. Тартар из говядины с чип... ну выглядит королевски. Я тоже для вас подсниму. Тартар из говядины с чипсами из кукурузы. Прям выглядит очень неплохо. Желток. Желток, все дела. Прям это хорошо. Это хорошо. Но... Любопытный вопрос. 145 грамм за 500 нахрен 50 рублей? Ну хоть... Хотя нет. Знаешь, Серег, что я думаю? Если железку убрать, то все равно будет недовес. Говоришь, 145, там 125, чувак. А не 150? 120? Блять, я думал 150. Сука! Дожди, может мы тупые? Нет. Мне показалось 155. Нет, 120... Три из трех блюд с недовесом. Это коробки с сайта или с Яндекс.Еды? Давай посмотрим. Не, делают они вкусно. Вообще базара нет. Но почему они сами граммовки свои не соблюдают, я не понимаю. Не, на сайте у них нет граммовок. Судя по всему, это граммовки с Яндекс.Еды. Но мы встречаемся с таким часто. Так, давайте посмотрим. Во-первых, желток. Бэм, и он потек. Я возьму... Я это, знаешь, заблю, это слишком сексуально. Давай, давай вот так. Давай вот так. Возьмем. Интересно, законно такое на ютубе показывать? Ореховый соус
чувствуется. А если доставка, я бы все-таки вот эти кукурузные чипсины, это не долбанные, как называется, Doritos или что? Знаешь, которыми ты тебе рот царапаешь, вот прям внутри. Короче, вот эти начосы. Треугольные начосы, это другое. Это прям супер нежная чипсина, тартар великолепный, с ореховым соусом, зеленым луком, слаймом. Это вырезка, это очень вкусно. Народ, это очень вкусно. Я бы еще зеленого лучка посыпал чуть-чуть сверху. Это божественно. Какого хрена с таким недовесом, я не знаю. Я еще не распаковал большую часть коробок. Я знаю, какой будет вердикт. Ходите в заведение к ним. Если все остальное будет такое же вкусное, ходите в заведение к ним. Но 500, 600, 700 рублей за доставку чего-то, что приезжает с недовесом в коробке, ну, вот, ну, ладно. Но это вкусно. Чё? Первая самая штука такая нежная. Какая? Которая с огурчиком? Я же говорю, типа, у них шеф-повар гений. Но они вообще не продумали, как это доставлять. Ну, то есть, лежит эта херня за 550 рублей, залитая подливой. Вот в такой коробке, в которой ничего не видно. Ну, она такая маленькая, то есть, ей наезд вообще невозможно. Не-не-не, здесь готовьтесь, что 1500 на человека точно отдать придется, если вы хотите покушать. Ну, то есть, два таких ролла можно. Так туда нужно пробовать ходить, не есть, как ты и говорил раньше. Ну, топать надо пешком, ну, типа. Так и с тартаром из тунца. Посмотрим. 140 грамм, 520 рублей. А тут нормально. Ну, вот... Все равно, ну коробку мы удалим. Ну ладно, окей, покатит. Коробку мы удалим, я уверен, что будет недовес. Так, опять же разрежем. Так. Маленькие тачины. С тартаром из тунца. Так, давайте-ка. Вот я возьму одну. А, блин, ну вот опять же. Места в вашей коробке нету для того, чтобы нори одного тако не соприкасалось. Ну вот как? Ну вот как, народ? Нельзя это доставлять. Нельзя это доставлять. Неважно, насколько ты классен и крут, ну нельзя это доставлять. Ну слеп... Вот, сука, вот у вас вот нори идут вот так. И вот еще одни нори вот так. Но они же слипнутся здесь. Ну вот логично. Короче, ну вот и как мне это аккуратно съесть? Ну блин, ну... Это оригинально. Это вкусно. Ну опять же, народ, ну не с доставкой. Ну невозможно, ну не может оно доехать. Ну у тебя тунец, у тебя авокадо. У тебя соус там ореховый. Если ты это кладешь друг к другу, и у тебя соприкасаются два листа нори, дорогой шеф-повар, который, возможно, сейчас смотрит этот обзор. Ну, угадай, пожалуйста. Оно слипнется, сука. Это междометие было. Я ничего против тебя не имею, мужик. Готовишь? Офигенно. То есть, как все сделано? Отлично. Я имею в виду, что тот, кто разрабатывал, как оно может доехать, а это нифига не курьер Яндекса или там Деливери приезжает. Тут вот оно брендированное. Оно с наклеечками, все есть. Ну не может оно не слипнуться. А если оно слипнулось, а слипнется оно типа за 15 минут, то скажи, пожалуйста, как человеку, заказавшему это за 500, сколько там, 520 рублей, как это есть? При этом все вкусно, рис сварен отлично. Это, скорее всего, отличное заведение. Видно, что люди пробовали и делали норм прямо. Ну не может доехать. Ну бумажкой, картонкой, как-то, что-то, другой контейнер. Ну не может оно доехать. Ладно, дальше. А мы продолжаем. Ролл, лосось, крабовые палочки, соус халапеньо. Так, 290 грамм должно быть за 590 рублей. Все правильно? Ну да. Все хорошо, слава богу. Ну наконец-то. Оу, май. О, господи. Ой-ой-ой. Прям такая шуба. Я прямо вам все покажу. Видно картошечка. Это, короче, салат гнездо глухаря. Но, если честно, мне кажется, можно было меньше этой фигни положить сверху. Раз в два. В три.
или в 5. Ну, потому что, народ, я не знаю, но я роллов не вижу. Окей, ладно, хорошо, давайте посмотрим. Я откуда из серединочки. Да блин, да где роллы-то, народ? Окей, вот я вижу один. Вижу малюсенький ролл. Рыбы тоже немного пробуем. Врать не буду. Обычная Филадельфия, покрытая жареной картошкой. Хрустящий, сладковато-соленый, базара нет. Достаточно обычная штуковина. Однако, из-за того, что сколько они здесь навалили картофеля, не совсем понятно, сколько рыбы. А мне кажется, что рыбы здесь немножечко недостаточно. Она прям лазером сделана. Она прям лазером сделана, но это не особо заметно, они типа заваливают картошкой. Это очень вкусный ролл, но опять же подача. Лосося, во-первых, мало. Давайте я, окей. У меня все-таки шоу обзорное, я счищу. Прямо очень немного рыбы. Прямо совсем скромно. Но спайси соус, оно слегка остренькое. Картошечка хрустит. То есть сочетание 10 из 10. То скажу еще раз. Если отсюда убрать жареную картошку, которая великолепна, останется ни о чемная Филадельфия. Хотя под соусом все равно вкусная. И картошка прям хрустящая. И ее от души сюда навалили. Но опять же, это подача, не знаю. Салат с кальмаром, манго и соусом 470 рублей за 160 грамм. 470, хо-хо-хо. Окей, даже подсниму. Так, прям неплохо. Ну, прям выглядит прикольно. Ну, то есть, такое все сочетание прям мне нравится. 160 грамм. Ну, вроде да, но у меня просто очень большие вопросы к весу этих железных коробок. Я думаю, что они... Так, ладно, самое важное — это кальмар. Вижу кольца. Кальмара, кольца, пробуем. Кальмар сварен великолепно. Это значит, что его, скорее всего, варили секунд 40. А авокадо, мягкое, не раскисшее, не переваренное. Салат, пробуем. Да. Народ, мораль. Если сейчас будут хорошие сашими, я скажу так. Это очень вкусное место. Если оно решит вопросы с... Единственное, до чего могу докопаться, мало лосося в вашей Филадельфии под картошкой. Если это убрать в сторону, то решите вопросы с граммовками и с транспортировкой блюд. Будете божественны. Потому что человек, который... придумывал рецептуры, как оно будет выглядеть, сколько что будет вариться, какие будут соусы. Этот человек, скорее всего, сам ест то, что он приготовил, потому что это вкусно. Ролл угорь, креветка и темпура. 690 рублей, 240 грамм. Стопудово будет недовес, если убрать коробку. Это инфосотка. Но выглядит... Давайте разрежу коробочку для вас. Special, как говорится, for you. Чтобы вам было видно. Я не касаюсь продукта. Так. Раскрываем. Да, на самом деле выглядит неплохо. Давайте посмотрим, попробуем. Здесь просто все такое с соусами, со всей штукой, что не очень хочется макать в соевый. Ну, вот такая история, немножко угря. Пробуем. Как понять, что человек реально это делал как бы как для себя? Огромный состав, то есть тут и уголь, креветки, темпура, мука, нори, рис, авокадо, унаги, соус, шрирача, соус кунжутный, маринованный имбирь, васаби, паста, горчица, куриное яйцо, мед, кунжутное масло, шимич. Короче, здесь огромный состав, но ничего не перебивает другие ингредиенты. И это получается вкусно. Единственное, реально, перестаньте, блять, за 700 рублей засовывать это вот в эти убогие коробочки. Но посмотрите, ну это упаковка по сравнению наверняка с арендой помещения, по сравнению с зарплатами, по сравнению с расходниками. Коробки вот эти стоят, наверное, ничто. Но если человеку приедет красиво и вкусно, а у вас вкусно, но если оно приедет красиво, то, наверное, захочется... Ну это половина вкуса, это вот когда ты видишь, что... Ну оно вот все вот такое прилипшее к коробочке, понимаете? Вот такое все. Либо вот такое. Вот ты там смотришь, что там, блин. Люди хотят это сфоткать, в Инстаграм выложить. Ну, серьезно. Ну и к самому моему любимому. Это сашими. Сашими — это лакмусовая бумажка заведения. Что я здесь вижу? Тунец — говно. Я все открыл для вас. Тунец — говно.
Обычный, железистый, самый дешевый. Ладно, я откушу кусочек. Я говорю, куда взвесь? А что взвешивать? Оно же с кучей этого. Ладно. То нет, 430 рублей. 80 грамм должно быть. Сколько там? 84. Отлично. А давай я вот это уберу, и сколько там будет? 64. Ну, вот и все. Не, я, конечно, понимаю, что блюдо идет целиком, но да, давайте мы не будем лукавить и врать самим себе. Когда у тебя должно быть 80 грамм сашими, у тебя должно быть 80 грамм сашими. Ни имбиря, ни дайкона, ни нарезанной редьки, ни нарезанных колечками огурцов, ни жареного лука. Не знаю, у тебя должно быть 80 грамм сашими. Здесь нету 80 грамм сашими. И у меня ощущение, что нигде. Давайте. Убираем. Сколько там? 67. Ну вот это и это с картонкой, народ. Ну вот здесь везде так. Я не буду больше некрасиво так щупать еду, пофиг. Они все в одну цену, в один вес? Угорь стоит дороже, 490. Угорь, чё-то я видал и лучше. Какой-то это обычный размороженный угрец. Угорь с сашими вообще нет, сырого угря никто не ест. Я, по крайней мере, не видел. Это обычный из упаковки с маринадиком угрец. Ничего плохого не могу сказать, но и ничего хорошего. Тунец, говна, кусок, совсем плохо, как и абсолютно у всех. Гребень петушиный. Свернуто все прикольненько, вот это вот все. Так, не понимаю, гребешок не замороженный. Ну, то есть гребешок прямо очень-очень кремовый, неплохой. А гребешок ничего так. Ничего не понимаю. Водоросли эти хрустящие. Гребешок нормальный. Прямо можно есть. Так, и давайте по тунцу. Какому еще тунцу? О, господи. Начинаю уже тупить под конец дня. Давайте, сашимка из лососца. Абсолютно нормальный, адекватный лосось. Абсолютно нормальный, адекватный гребешок, который хочется кушать. Хрустящий, мягкий. Хрустящий в хорошем смысле. Шел свежий. Что он не труха, а 30 раз перемороженная. Гребешок хороший. И при этом обычный вот этот лосось, который называют сашими, и тунец, который якобы называют сашими. Как ты опять перепутал тунца и лосося? Я же говорю, я начинаю под конец дня тупить. Я сегодня так хорошо покачался, короче. Я сегодня... да, поделал гиперэкстензию с 50 килограммами, и что-то меня вообще вырубает. Что за заведение, народ? Я бы в него зашел. Ты подъедаешь все роллы за кадром. Зайду обязательно. Очень... Свежо в плане интереса, да, то есть я очень люблю роллы в Ями-Ями, потому что они были интересными. Сейчас вот это интересно, а в Ями-Ями просто обычно хорошо. А вот это интересно мало, то есть его можно прям вкусить. И дорого. Люди разрабатывали это. Да, да. Они мутили, они добавляли одно. Это значит, типа на тарелке это все получить. Вот, типа Серега сказал, подъедает все это за кадром. И типа, согласись, вот этот ролл первый с огурцом, ты бы за него заплатил пятихатку, но на тарелке. Заплачу. На тарелке. С бокалом какой-нибудь асахи холодного, еще что-то. Но... Знаешь, вот эта вот сланцевая тарелка такая, ну, да, плоская для подачи. Но вопрос, готов ли ты заплатить там 500-700 рублей за блюдо? И тартар прекрасный, и эти чипсины прям, вот твое мнение. Он необычный. Опять же, в плане вкуса, знаешь, обычные тартары просто нарезают, туда желток и все. Обычный тартар — это то, как ты ожидаешь. А здесь типа... интересно, здесь какой-то вкус есть, который я в силу своей неопытности не могу разгадать полностью, но мне очень нравится. Везде добавляется куда-то шрирача, куда-то ореховый соус, всякое такое. Ну потом они, во-первых, с граммовками разберитесь, во-вторых, они это заталкивают по вот таким коробкам, где ничего не видно, вот оно вот в этой дешевой картонной коробке, как бы, и ты такой... Фиво, кстати, стоит. Единственное блюдо. Единственное фило, я не понимаю, почему рыбы так мало. Да хрен с ним, типа, что рыбы так мало. Оно просто обычное. То есть оно засыпано вот этим картофелем. Картофеля слишком много. Да, и я лично не понимаю сочетание рыбы и картофеля. Ну, не мое просто. Не, мне нравится и соус, и хрустяшка, но стараемся быть объективными. Хорошее ли заведение? Скорее хорошее, чем плохое. Нужно ли вам бежать, я извиняюсь, вот так вот срочно заказывать с доставкой себе? Но, не, смотри, если у человека, ему вообще насрать на деньги. Если насрать на деньги, так камон, хоть килограмм закажи себе. Да, вот. Это будет вкусненько, ты попробуешь, мое мнение, ты слышал, знаешь, что заказывать.
Но я бы к ним реально пешком бы зашел. Потому что у них же есть горячие блюда, с доставкой ты закажешь и непонятно, что тебе. Да, горячим вообще не заказать. А где они еще раз находятся? На Казанской. Короче, в центре прямо, получается, напротив Казанского собора. Короче, гуглите сами. На Казанской улице, это типа прям центр-центр. Кстати, ну так часто бывал, ни разу не видел заведение этого. Может, в подвале где-нибудь. Фиг его знает. Народ, с вами был Серега. Славный дружище. Кушайте много, кушайте вкусно. Вот такое вот заведение. Неоднозначное, но скорее хорошее, чем плохое. Из-за вкуса. Шеф-повару респект. Тому, кто разрабатывал упаковку, в которой везут, вообще не респект. Вот. А так, ну, типа, чуть дороже, чем обычные роллы с доставкой. Ну, блин, упаковка, она у всех лучше, чем у вас. Вот такое разработать и привезти вот так. Опять же, тунец говна кусок. А вот гребешок, мое почтение. Всем пока.